Hey, yo guys, с вами Шимики. Мы продолжаем родить игру под названием Ahead in Time. Ну что, полетели? В принципе, мы с вами уже доигрываем данную главу. Так, остался у нас особняк Венесса. Особняк Венесса. Лес подсознания. Ну, картинка довольно стрёмная, ребята. Скорее всего, будет все на огненной территории, да? Нет. Так, подожди, если мне туда, тогда мы идем с вами на огненную территорию, ребят. Так, где у нас там огненная территория была? Эти веревки тебя поднимут, если у тебя есть безопасный способ висеть. Эй, дитя, встань на эту штуку. Это безопасно. Вот на эту. Я встал. Так, нет, подожди. Так, вот, я на огненной территории. У меня еще один участок вообще закрытый. Ага. Hello there. You look new around here. Так, окей. Я не знаю, что это тогда за огненная территория. Сейчас будем с вами... пытаться понять, куда мне идти. Так, мне нужно туда вон наверх. Ага. Так, мы видим, закрыто. Вон оно как. Ладно, что по домику? Это там наверху. Чуть не облажался. Так, там наш центральный грибок. Так, вон, я вижу, там еще дерево у нас целое. Ага. Ну, так бы сразу сказали, что вы. А, подожди, это ж на меня здесь же. Дядя в жопу, мисс. И она издевается? Она за мной идет. Дело в том, что я ее атаковать даже не могу. В этом проблема. Так, откуда, куда мне от нее потом бежать? Она застряла. Свезло.
Не слышу, как она больше на батуте прыгает. Что, в лазик попала? Так, давайте, чтобы я... Призрак тут уже там, да, остался? Эти бедные обитатели не могут стоять на таких штуках. Они приходят сквозь них. Так, окей, короче, я понял. Как я понимаю, мне нужно... двух зайцев одним выстрелом убивать. Так, окей. Главное, что за мной эта херобора не бегает. Вон она, на батуте прыгает, там веселится. Сейчас, мне кажется, я допижусь, блядь, еще и вторая появится. А, вон она как раз и стоит, одна. Бифоловая. Видите безголовую, сразу бегите. Сразу меняйте маску, вы делайте, что хотите, но вы должны убежать. Либо можно забайтить снова так же на батут. Так, ага. А ты на кого смотришь, приятель? Так, эти бедные... Нет, это не кнопка. Главное, что та херня там прыгает. Эта херня там весело. Туда идти опасно, но мне по-любому туда идти. Бля, ну сейчас придется рискнуть на самом деле. То, что эти черные чудики-юдики очень жесткие. Жуткий ангел. Фу, паук напугал, иди в сраку. Thank you.
Так, как мне бы к тебе так пролезть? Так, где мой фотик? По сути, вот отсюда я могу. Бля, я понял. А где эта херня? Которая статуя. Ладненько. Только мне все равно остается вопрос, где эта херня? Ладно, пока что идет все по маслу. Сейчас меня убьют, блядь, и мне картины эти ебаные сразу заново нужно будет собирать. Попал. Не попал. Дело в том, что я не знаю, я могу туда спуститься, но потом я сюда не поднимусь. Все, найс. И так сойдет. Все, с последней зоны убрата защита. А что он смотрит, я так и не понял. Короче, я не знаю, что он там смотрит. Мне посрать, я сделал все, что мне надо, и нужно отсюда сваливать. С этой территории. Очередная монетка. Так, сверху ничего нету, не сияет. А потом буду ходить искать эти все клубки. Так, дерево. Участок был вот этот, да, закрытый? Все, я понял. Now, I haven't seen a good solid neck like yours for a long time. Теперь я понял. А теперь вопрос, а вдруг там что все-таки было? Так, эта дура все еще прыгает. Пускай прыгает. А где мои замки? Those poor dwellers can't stand on me.
А. Ну, я уже и так с этим справился. Я не знаю, куда бегу. Это Стоунхендж? Ох, манать. Мне там лезть и лезть. А не, уже все. Окей, что дальше? А я могу до туда долететь. Либо я могу туда долететь. Похуй. Так, долечу. Что-то я... А, стоп, а где место с разломом? А тут у нас что? А тут у нас сейчас будет пизда. Потому что там статуя без головы. Только статуи без головы нападают сзади. Главное все продумать. Так, очередная монета. Так, с той стороны можно залезть туда, в принципе. Так, отлично. Вот это самая опасная территория. Ну, для меня пока что и довольно стремноватая, когда, блядь, за тобой статуя ебучая бегает. Поэтому я осуждаю это место. Очень сильно осуждаю. О, так я нашел место с разломом. Что-то я не пойму немного. Все, я понял. Окей, первый разлом пошли. Спящий лес. Мне просто немного раздражает то, что после того, как мы получаем, нас сразу выкидывают. Оп, стоп. Это где я должен собирать... То, что о чем я подумал, да? Да. Здесь нельзя допускать ошибки.
Бац. Так, ладно. Ух, нихера тут шарина. Ага. Сейчас бы я телепортнулся. В смысле? Хорошо, я понял. Как бы мне так безопасно добраться обратно? Окей. Ух, черт! Так я, главное, его не заметил. Он внезапно так напал. Мне кажется, снизу где-то запрятали. Уебанские статуи ангелов, которые пугают до усрачки. Ебать, начинается. Пошло-поехало. Блин, вот если без магнита бы я играл, мне кажется, тут было бы жопа. До свидос. Ага, вот так, да? Окей. Окей, я понял. Оно хоть обратно растет потом? Короче, у меня есть одна попытка, да? Давайте смотреть. Раз. Так, мне нужно будет прыгать, прыгать, прыгать и прыгнуть туда. Так, вижу бумагу эту. Так, готово. Если здесь должен быть последний листик. Ого.
Но вы враги. Это что-то новенькое. Не-не-не-не, это я понял. Но этот листик, он здесь. Вот. Мне сюда нужно куда-то. Я лучше один раз буду здесь. Это большая тяжелая книга под названием «Доказательства этического потребления при капитализме». Все страницы пустые. Так, ну в принципе все. Вот и все. Бам. Мне главное, чтобы он в воду не упал. Я сразу говорил, что я сначала все сделаю. Квин. Королева Ванесса. Ой, это куда же мы пойдем, да? Принц и принцесса. Любили друг друга. Был обычный, типа, город в лесу, вот этот, где мы сейчас. Все бегают, радостные. Но королева увидела, что принц ей изменяет с другой. Ее сердце было разбито. Но на самом деле принц просто заплатил за цветы. На что принц пришел и хотел объяснить, но королева на отказ отказывалась верить ему. По картине видно. После чего она начала превращаться в какого-то непонятного монстра. Принца заперли. И она стала такой. Я беру приз. Потому что красного цвета. И, скорее всего, принц это как раз вот этот червяк, который нас дал. Да что он очень слишком похож. Мне интересно, как я буду... Да я понял, понял. Скоро туда... Манать. Так, погнали. Короче, сейчас мы быстро обежим начало раунда. Если я не ошибаюсь, именно тогда мы получили возможность к разлому попасть. Подожди. Где, блядь, мой туалет? Так, я помню, что где-то здесь. Так, это место с разломом, но... О, заметьте. Для нее построено. Так, походу я должен сюда, да, как-то залазить. Так. Как-то слишком много мне дают.
А заметьте, разлом исчез. Так, мне кажется, здесь решетка не зря стоит. А, ну, тогда зря. А, начинается, да? Розовая лисичка. Ну, в принципе. Поди, я ж рывок могу делать, так ведь? Оп. Оп. Стив с работы отправился на Луну прошлой весной. Он сказал, что там отлично. Чёртов Стив. Всегда пытается произойти меня. Ну, я могу кое-что свое открыткой с Луны. Тут хорошо, могу представить себе здесь за пикником. Но все же это не Луна. Должен быть добраться туда, чтобы отправиться открыткой Стиву с работы. Боясь закрытых помещений. Так, я вижу ебучий гриб. Где ебучее яйцо? Я понимаю, что уже время. Я это осознаю. И это прекрасно осознаю, сука. Ладно, погнали гриб искать. Ну, вы поняли. Вот. Бля, мне еще туда идти. Бэм. Отлично, еще один шарик. Смягчает падение вот это на самом деле. Сразу опасная ситуация, нахер надо. Так, что вот это за место? Так. Это посрать. Ага, это с манекеном. Все, я вспомнил. Тогда я ищу место с этим. Пьюм, пьюм. С разломом, и мы продолжаем. Так, я, короче, к одной из башенок долазю. А тут только деньги. Ясно. Ищем дальше. Так, еще одно место сразу около дерева. О. Череп. Мадут немножко косарь этих денег. Так, дальше. О, только на крышу. Так, там ХП. Хуйтех. Ха. Мини-фигурочки. Так. Я не могу, я ПТС разлом найти.
Наконец-то я нашел разлом. Он как раз тут недалеко отсюда. Что, вы понимали? Я сейчас только буду играть разлом. Потом я буду играть во что? Правильно, в домик в этот. После домика я буду убивать босса. То есть я еще не знаю, насколько эта серия выйдет. Но на час точно. Бэйнг. Бэйнг. Так, 21 час у нас. Все. Хуй там. Ладно, нет. Типа у нас не лиса, а кролик, да? Так, полетели, особняк. Ты что-то жопа слишком долго. Ну что, полетели. Ванесса, Ванесса. Ой, подожди, тут что, открыта большая... Не, я подумал, большая открытая территория. Хороший город. Замерз. Особняк в эту сторону. Ага. Давайте не знаем. Да ладно. Стоит. Что за... Там что-то было, интересно. Бля, там еще нужно, походу, взорвать один раз. Или нет? Ух ты ж её. Нехиленький особняк. Это те статуи, которые бегут, да, за тобой?
Я хочу обижать территорию, посмотреть, есть ли еще что-то. Ага. Я что, на дебила похож? Окей, я похож на дебила. Идемте вниз. Фу, блядь. Стрёмное место, очень стрёмное. Именно вот эта глава нагнетает. Это что? Новичок, босс просил меня напомнить, что ты подписал бумагу о том, чтобы не использовать шляпу в особняке. Ага, не используй их. Спасибо. Подожди. Если я буду так все искать. Как будто в натуре амнезию я сейчас буду играть. Чекпоинт. Это ж ебы. Ладно, стрёмное место. Она сюда идет? О, блядь! Я понимаю, что это детская игра, ребят. Держу в курсе. Я понял, что там музыкальный ключ. Замечу, что здесь везде что-то написано. Это жопа. Она идет? О, все, я понял. Тень, 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 по тени видно. Ебать. Ебать.
мне хоть объясните, что мне делать? Не, я типа... Я запустил еще. Тихо-тихо, я спрятался. Тикаем, просто тикаем, блядь. Я не знаю куда, просто бежим. Не вижен. Старый потрепанный дневник. Большинство страниц вырвано. Какую уцелевшую страницу прочитать? Почему? Что я сделала не так? В своих письмах он... На прошлой неделе с мамой произошло небольшое несчастье, так что сегодня меня игноровали. Теперь принц не может назвать меня принцессой. Это нечестно. Почему? Что я сделал не так? В своих письмах он говорил о ней. Наставница. Он говорил, что любит меня, но она видит с ним. Я получаю письма, а она проводит с ним времена. Он мой. Как только его обучение закончится, я верну его. Дело в том, что я не понимаю, куда мне прятаться. Ладненько. Другой дневник. Сегодня мой принц отправился на обучение. Он будет так далеко и так долго. Он вообще что будет писать мне? Он же не забудет, не так ли? Его возлюбленную принцессу. Он возвращается только на эти выходные. Небольшой перерыв от нее. Я постараюсь убедить его остаться. Я не могу позволить ему влюбленному покинуть меня вновь. Звучит немного мелодрам. Заметьте, что сзади меня манекен. О, монетка, найс. Ничего себе. Так, подожди. Это что за мужик? О, давайте как раз да, в натуре посмотрим. Мой принц чересчур наслаждается своим завтраком. Я завидую этому проклятому бекону. Он его обожает. Больше никакого бекона в этом доме. А что мне делать? Вон ключ, я вижу, окей. Тихо.
хотелось, чтобы он всегда был рядом. Захватить и держать его на чердаке. Ну нельзя же просто так заковать человека, или можно? Так, стоп, это что? Я понял. Так, подожди, а сколько всего дверей? Прости насчет прически, мой принц. Я просто хотел, чтобы наша длина совпадала. И цвет, и кудри. Ты выглядишь замечательно. Так, она идет сюда. Надо прятаться. Давайте я подожду, пока она пройдет, и я побегу быстро, открою сундук, либо что там вообще лежит. Так, все, она уходит. Мы сейчас выходим. Быстро открываем. А, ради странной монеты? В смысле, она ж меня не видела? Что за... Ну, правильно, она ж меня не видела. Вот еще дверь, мне нужно еще в нее забежать. Я знаю, что сейчас будет. Но... Бля. Ее нужно заманивать, чтобы шарик взорвался точно не в той, где она. Ебать! Еба! Теперь она будет в комнаты заходить, охренеть! Она в ту комнату зашла. Вы же не думаете, что я настолько тупой? А смотрите, лицо появилось. Нихера. Почему чекпоинт? А, то есть она его с собой забрала, хотите сказать. А она купаться ушла? Сейчас Никита обосрется. Thank you.
Окей. Я дурак. Я не успел. Почему она меня видит? Она агрится на меня. Я не знаю, что делать. Давайте байтить, чтобы она... Дело в том, что я не могу... Я не могу с помощью шляпы поворачивать, ничего смотреть, понимаете? В этом вот проблема. Блядь, нужно было тогда сразу брать и бежать. Сейчас выхожу, сразу бегу к двери. Сразу отсюда нахуй наверх. Так, запрыгиваешь, все. Манать. Вот это в натуре стрёмно хуй-то. И это стрёмная херня. Короче, я так подумал, давайте, наверное, я босса оставлю уже на следующую серию. Беготня, беготня, беготня. Поэтому, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем удачи, и всем пока.